Я встала пораньше и решила начать новую жизнь. Но была очень рано. Легла назад. Я выспалась. Осмотрела себя. Бледная, толстая. Все, новая жизнь. Сделала зарядку. Все-таки новая жизнь. Устала я быстро. Ладно, с этого дня я буду очень женственная. Открыла шкаф. Хрень, хрень, хрень. Пострадала. Но спустя 2 часа я переоделась. Была сексуальная и неприступная. Пока не вспомнила, что на улице мороз. Переоделась. Блин. Буду женственная внутри. С этого дня я спокойная и сильная женщина. Вступила в душу. Блять! Так-так-так, стоп-стоп-стоп. Я спокойная, я само спокойствие. Навернулась в снег. Сука. Спокойно. Это просто снег. Ну все. Сейчас просто главное не нажраться на ночь. Не нажраться. Блин, ну зачем эти конфеты здесь? Ладно, съем одну. Ничего не будет. Вот такая она, новая жизнь. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Энджи. Зачем я пришла на проект? Я себе ищу мужа. Хочу, чтобы мой будущий муж, главное, был обеспечен. Я люблю роскошную жизнь. Лакшери. У вас есть какое-то образование? Нет, я нигде не учусь. Я создана не для науки. А что вы умеете? Очень интересный вопрос. Что тогда? Я умею водить много карт. А чего вы добились в жизни? Чего я добилась? Ну, я побывала во многих странах, там, в Турции, в Египте. Я хочу, чтобы мой мужчина был мужественным, немного зарабатывал, чтобы он меня не задалбывал. А я буду просто красиво возле него. Можете крупным планом снять? Извините, но вы нам не интересны как личность. До свидания. Хоть порыл у вас в шоу. Я можно мое интервью ставить вот это вот? У меня талант. Решила снять видео. Выставила камеру, но штатив оказался не очень. Задний фон был уродский, и я решила убраться. Навернулась и попросила Анжелику принести ширму. Ширма была не лучше. Думала, что же снять. Пришла Анжелика и все испортила. Смотри, можно я с вами видео сняться? Нет, она обиделась. Я продолжала снимать. Упала камера, я взбесилась. Потом Анжелика пришла бесить меня. Я вообще-то видео снимаю. Продолжим. Это какая-то фигня, а не видео. Я не умею шутить. Мне никогда не стать блогером. Камера упала еще раз. После этого она не снимала. Подписывайся на мой канал. Задолбала свои видео снимать. Они вообще не смешные. Какие красивые цветы. Несколько этапов намек. Мне кто-то подарит. Легкий намек. Заход издалека. Так неожиданно. Сюрприз. Я просто розы люблю. Купим штучек 100 мне. А? Какой букет красивый поехал. Намек. Я тоже так хочу. Кто-то кого-то любит. Вот Анжелике Саша. Вчера цветы подарил. Намек. Посмотри, какие идеальные отношения у кого-то. Сюрприз устроил. Ужин сделал сам. А ты, дурачина, ничего не можешь. Я совсем не намекаю. Я говорю прямо. Что? Стадия истеричка. Я вообще не обиделась. Вообще меня не любишь. Стадия упрек. Ты даже цветы мне не даришь. Козлина. Стадия. Почему ты стоишь? Я могу тебя простить, если к тебе дошло. Ну зачем ты такой большой букет купил? Поздравляю, к тебе дошло. Миссия выполнена. Ну столько денег, я даже не намекала тебе, ты так вдруг подарил. Намекай правильно. Hello, my friend. И сегодня я расскажу тебе, как охомутать мужика. Вот это я называю непредсказуемость. Удивляй его. Будь звезда всегда и во всем. Начиная с макияжа до кончика твоего мизинца. Блеск должен быть на ваших глазах. Прячем на глазах. Отлично. Блеск должен быть не только на глазах, но и в глазах. Когда вы уже веселы, бодры, уверены в себе, время менять новый нарядик. Осталась прическа. Резкие перемены. Очень даже приличный человек. Но в этом вас никто не заметит. Поэтому вариант номер 2. Ярко нужно элегантно. Но для полного эффекта нужны очень жлобские губы. Берем самую жлобскую помаду, которая была в 2001 хитом. Вы водили дискотеки. Только вряд ли к вам кто-то знакомиться подойдет. Я же забыла самый главный совет. Возьми, смой всю эту хрень и будь сама собой. Потому что
что мужчинам нравится. Естественно, что у меня на лице. Аня, иди немедленно поубирай в комнате. Если узнал себя, присылай сердечко в комментарии. Аня, доченька, что ты за бред слушаешь? Что ты своим детям потом рассказывать будешь? Мам, не мешай! Доченька, иди, я тебе включу песню своей молодости. Да, мам. Здесь так красиво, я перестаю дышать. На баре синем мы танцуем под минимум. Мы попали в топ-топ-топ, делайте руками клуб-клуб. Медуза, медуза, медуза. Амора, ну лево, обе летят, знаем. Да чингос, скрррр. Так, к Бакарди, танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимай свое платье. Сегодня. Не зависеть от парня вообще. Солнышко, ты дашь мне карточку, я себе юбочку хочу купить? У меня немного юбок, у меня одна единственная юбочка, блин, такая красненькая. Жлобьё. Главное, всегда оставаться женским. Зай, не забудь купить пивас, ага. Присылай такой смайлик, если узнала себя. Такого парня встретила. Я, конечно, не подошла, но ничего. Я бы тоже не подошла. Того парня встретила. Боже. Надо было сразу его за шкибарки, да давай там. Я бы его. Ну я надеюсь, ты с ним познакомилась? Не. А лох – это судьба. Ань, ты будешь чай? Аля, так ты идешь пить? Я так поправилась? Да что ты, да совсем незаметно. Мне кажется, я жирная. Конечно, поправилась. Ты же жрешь тазиком. Парням не нравятся упитанные бегемоты. Мне нравится. Слушай, фильм такой безопасный. Я тоже хочу так этот фильм посмотреть. Фильм такой классный видела. Рассказать? Да не надо рассказывать. Короче, Аля, я сама хочу посмотреть. А, так, да-да-да-да-да, я не слышу тебя. Короче, они все сдохли. Спасибо. Аля, а ты скоро? Мы просто опаздываем. Да, я уже иду. Еще пилечек. Данько, блин, ты скоро? Мы уже опаздываем. Да что ты там делаешь? Я, Наталенька, иду. Сейчас. Ой, я категоренька. Я уже просила носочки в шкаф. Все, буду злиться. Ну все, она не смущай. Нет, я не милаха, когда я злюсь. Поглажу их. Дебилоид или что? Ты не понимаешь, что носки, блин, это в шкаф. Это все не шкаф. И тебе в следующий раз эти носки в одно место засуну. Ну в смысле идешь пиво пить? Ну конечно, тебя отпускай. Ну, ну все, ну вали давай. Попить сегодня пивас с этими лохами твоими? Нет, я еще не умерла. Что? Что, что ты плачешь? Кто это вот это в 5 утра пришел? Кто своими лапками пришел? Ну, ну куда? Ну что же ты упал? Ну вставай, ничего страшного, что ты пьянющий, дрободан. Я на тебя люблю. Приперся. На лавочке надо было спать. Что ты смотришь? Бухать надо меньше. Дебил. Все, ну пошел в подъезд. Да, да, я тебя тоже. Люблю. Отпусти меня, пожалуйста, в клуб. Ну раз в году нельзя. Что, вот на дискотеку собралась? Не можно все. Прости меня.